Да, находимся в Покровском сквере. Я не помню, то ли это Пионерский сквер был, а теперь это Покровский сквер. И вот стоит скульптура Покровы Божьей Матери. Сейчас мы подойдем к вывеске и почитаем, что там написано. Итак, ребята, сквер называется Покровский. В Херсоне в 1803 году на деньги старообрядческой общины построена каплицу. Каплица, я не знаю, как по-русски. А в 1805 году на ее месте заложена каменная церковь Покровы Пресвятой Богородицы. В 1948 году церковь была подорвана, подорвали ее. В 2009 году на месте православного храма Пресвятой Богородицы установлена скульптура Божией Матери Покрова, а в 2011 году сквер назван Покровский. Решение городского совета 2011 года. От 2011 года. Вот так вот. А раньше, подскажите, как это, Пионерский сквер назывался? Или это, честно говоря, я уже не помню, как он назывался раньше. И вот там стоит у нас сама скульптура.